Всем привет! Меня зовут Юля. Добро пожаловать на мой канал. Это видео будет по грамматике. Сегодня мы с вами поговорим о местоименном прилагательном «какой». Оно изменяется по родам – мужской, женский, средний, по числам – множественное, единственное число и по падежам. Его мы склоняем во всех падежах. И сегодня мы как раз-таки научимся склонять его во всех падежах. Начнем с самого простого, с именительного падежа. Мужской род. Какой? Какой это кофе? Черный. Женский род. Какая это комната? Большая. Средний род. Какое? Какое это мороженое? Вкусное. И множественное число. Какие? Какие это штаны? Дорогие. Винительный падеж. Здесь нужно обратить внимание на существительное, если оно одушевленное или неодушевленное. Итак, и винительный падеж неодушевленных существительных. Какой? Какой? Не изменяется. Какой ты хочешь купить компьютер? Женский род. Какая? Какую? Какую книгу ты сейчас читаешь? Средний род. Какое? Какое? Не изменяется. В какое здание мы сейчас идем? Например, вон в то старое здание. И множественное число. Какие предметы вы изучаете в школе? Винительный падеж одушевленных существительных. Здесь нужно склонять все слова. А какой? Какого? Какого из этих музыкантов ты любишь слышать? Какая? Какую? Какую подругу ты часто просишь о помощи? Какое? Какого? Здесь неодушевленных, точнее одушевленных существительных среднего рода не очень много. Какого животного ты спас? Бездомного. И множественное число. Какие, каких, каких друзей ты пригласил на день рождения? Родительный падеж. Обратите внимание, что они очень близки к винительному падежу. Хорошие новости. Итак, мужской род. Какой, какого? У какого преподавателя самые интересные лекции? Женский род. Какая? Какой? Из какой страны ты приехал? Какое? Какого? У какого метро мы встречаемся? И множественное число. Какие? Каких? У каких родственников ты остановишься в Москве? Дательный падеж. Мужской род. Какой? Какому? Какому другу ты помогаешь? Какая? Какой? К какой подруге ты сейчас едешь? Обратите внимание, что я сохраняю необходимый мне предлог. Средний род. Какое? Какому? К какому числу нужно закончить этот отчет? И множественное число. Какие? Каким? По каким дням ты работаешь? Следующий падеж, это, кстати говоря, моя подсказка. Следующий падеж –
творительный. Какой? Каким? Например, каким спортом ты увлекаешься? Женский род. Какая? Какой? С какой подругой ты идешь в кино? Средний род. Какое? Каким? Каким мылом я могу помыть руки? Какие? Какими? С какими друзьями ты встречаешься вечером? Предложный падеж. Мужской род. Какой? Каком? В каком городе ты живешь? Какая? Какой? На какой полке лежит энциклопедия? Какое? Каком? В каком кафе ты любишь обедать? Какие? Каких? В каких компаниях ты раньше работал? И на этом все. Теория закончилась, сейчас практика. На экране вы увидите упражнение. Остановите это видео, раскройте скобки, и в конце вы увидите ответы. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если у вас есть вопросы, задавайте. И до скорых встреч. Пока-пока.